В микрорайоне «Птицефабрика» после реставрации открыли памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установили в 1965 году. Рядом с памятником высечены имена 117 работников Томилинской птицефабрики, которые погибли на фронтах Великой Отечественной. Мемориальный комплекс требовал реставрации. За содействием жители микрорайона обратились к председателю Совета депутатов округа Владимиру Ружицкому. Я к нему обратилась за помощью. Пожалуйста, помогите привести в порядок нашу мемориальную стену. Так, он отозвался, посмотрел все, что надо, и сказал, будет сделано к 21 июня. И верх уложили, и плиточки проклеили. Так что я благодарна.